Ну, а тут вечерком-то как раз погодил взгляд. Поэтому я счел за лучше поехать прикупить землицы. Потому что ящики с утра я сколотил. Мне мои хозяева отдали остаточки от своих там досочек. А мне они как раз. То есть вот без ошпарен. Лучше экономить. Называется земля для цветов. Я думаю, они и для укропа пойдет. Да? Давай, сейчас я загружу. Тележку я тоже могу у моих хозяев брать, пользоваться. Ну все, я берусь за ручку и поехал. Тележку и камеру я не могу, к сожалению. Ну и зачем? Приедем, будем дальше работать. Ну вот, ящики, три штуки, которые я сколотил. С этой стороны к ним есть подход. Вот здесь я могу их грабить, там еще что-то делать с ними, да? Вот. Ну, я стараюсь не выделываться сейчас. То есть тоже из старого чего-нибудь такое. Ну, знаете, дело то, что могут сказать, что вот пришел. Смотри-ка, если он деньгами, наверное, богатый. А давай мы с него возьмем. Пока отказались брать деньги, да, но, знаете, бережет, но Бог бережет. Итак, что я хочу сейчас? Я хочу заполнить вот эти ящики. И у меня есть всякие разные семена. Гороха, укропа, редиски и даже огурцы есть. Ну, давайте попробуем, посмотрим, что будет в конце концов. Что нам? Ну вот прям как угадал. Сейчас мы раздолбим все три ящичка этих и будем сеять, сеять, посевать и поливать. Хотя завтра будет опять дождь. Так, первым у нас пойдет укроп, диль. Учитесь, пока я с вами. Я смотрю, не так уж и много, не очень богато. Посыпем. Всегда разрядить сможем. Уйди! Уйди, свинья! Свинюк! Так, теперь возьмем грабельку. Где наша грабелька? Вот. Я тут хорошую грабельку раздобыл. Такую. Ну, давайте мы ее ограбим маленько. Запихаем туда, в землю-то. Вот так вот. Вот. Во. А то сестре меня все время воспитывает. Не полил, не так посадил. Огородница. Так, следующий у нас это редиска. Так, что написано? Вот, написано половина красная, половина белая. Редиска тоже сажаем. Ну, смотри, они тут не особо расщедрились-то вообще. Ну, я думаю, вот на такое хватит. Вырастет много, разрядим, да и все. Делают-то. Проредим. Огородники. Закапываем. Ну и тут что-то мне понравилось. Огурцы для засолки. Прям вот прям для засолки огурцы.
Блять, скотина, извините. Дай сюда, свинья. Дай сюда. Еще не отдает. Вот как он это находит, а? Ведь я ж купил, отдал 5 евро за этот кусок. Он уже его нашел, он уже его жрет. Радостный. Уйди. А тебе одно горе. И здесь ты творишь чудеса. Так. Вот так. Ну и последнее, сейчас посадим огурцы. Уйди лучше. Уйди, уйди, перед работой. Эти хвост отрубит. Так, это. Вот. Анлиги гурки. Это огурцы для засолки. Ну что нам и надо. Засолим. Уйди. Рыжий. Хвостатый зверюга. Ты прям преследует меня. Все, что у меня в руках, ему обязательно надо. Вот все ему надо. Так, ну здесь немножко по-другому. Здесь по одной семечке придется кидать. Так, сюда. Вот так вот. Я надеюсь, что что-то да взойдет. Не все птицы съедят. Так. Несмотря на то, что завтра будет дождь, я все-таки сегодня полью. Ну теперь-то как я спокоен. Боже мой милый. Со всех сторон загородочка. Все. Никаких проблем. Иди сюда. Иди попей. Вот. Теперь мы здесь немножечко прокопаем такие канавочки. Туда засыпем гороху. Что-то я не думаю, что это надо замачивать. Я думаю, что достаточно так будет землю погрузить. Да и все, потом сверху заровнять и полить. Что-нибудь да вырастет. Ну и эти две полоски, что я здесь проложил землей, посадил горох, я еще раз пролью, хотя я думаю, завтра здесь будет много воды. Ну, вот так выглядит наш второй день. Сейчас я дождусь, когда уже все, больше сюда не пойду топтать траву. Буду ждать сходов. И потом тогда обвяжу здесь еще веревками. Вот так сделаю такую сетку. Вот здесь обвяжу еще веревочкой. Ну, а пока Собакин, он столько сейчас гуляет. Такой радостный. Вот, видите, он показал, какой он радостный. Душу мне греет. Да, а то сидишь в этой квартире, ничего не видишь. Все, ребята, мы пошли.